Давай любить взаимно, взаимно и всерьез. Любить не расставаясь, как и я тебя до слез. Любовь не погибает. Котласский рэпер Андрей Шестаков искусством ритмичного речитатива заболел около 2 лет назад. С тех пор юноша написал несколько песен и сейчас готовит к выпуску в соцсетях свой первый небольшой альбом. Для начинающего хип-хопера подобный выход на сцену – уникальная возможность донести свое творчество в массы. Открытая сцена – довольно-таки хорошая программа, так как у нас в городе мало где есть показать свой талант, именно талант. Вот. И поэтому я считаю, что «Арт-клуб Пила» сделали достойное мероприятие. И я считаю, что нужно сюда людям идти, которые хотят показать свое творчество. И не найду я слов теплее, чем помолиться перед сном. Открытая сцена – это аналог свободного микрофона, когда каждый желающий может выйти на подмостки, спеть песню или прочесть стихотворение. При этом абсолютно не важно, собственного сочинения или нет. В первом пилотном проекте приняло участие 4 коллектива, в том числе 2 известных – группа «Лимба», поющая в стиле дарк-фолк, и дуэт «Бест» – поп-исполнители. Бытует такое мнение, что существует некий неформат, который люди как бы не воспринимают. А здесь сцена для всех ребят, которые пытаются проявить свое творчество в разных жанрах, будь то это барды, будь то это рокеры и даже популярные исполнители. Площадка «Открытая сцена» будет работать в арт-клубе «Пила» каждый четверг с 20 до 22. Заявки на участие принимаются в одноименной группе заведения в социальной сети ВКонтакте.